Казахстане. Кругом пустыня. Но даже здесь мы что-нибудь обязательно найдем интересного. Поехали. Самый опасный житель этих мест. Она называется Черная вдова. Укус ее смертелен. Вот такая взрослая самка. Обитатель пустынных и полупустынных участков. От нее существует единственное спасение при укусе. Прижечь место укуса зажигалкой или серной головки от спички. Вот такой вот этот грозный паук. Каракурт. А это самый настоящий саксаул, воспетый во всех стихах и народных сказках. Растет вот на такой вот пустынной местности. Вообще такое ощущение, что мы находимся не в Средней Азии, а где-то в прериях или пампасах. Ну, однако... Вот такое вот интересное деревце, в корнях которого кто-то вырыл себе нору. Многие знают о том, что такое эфедрин. Собственно, то, что на кухне окисляют наркоманы. А это эфедра. Собственно, то растение, которое в природе содержит тот самый эфедрин. Но вынужден вас расстроить. Если сожрать вот этих ягод, ничего не сделается с вами. Я тоже надеюсь, со мной это ничего не сделал. Сюда мы? Сюда ехали. Сейчас мы наглядно покажем, что такое личинка муравьиного льва и как она работает. Вот эта личинка и питается муравьями. Это бухарская златка, самый крупный представитель своего семейства в среднеазиатской фауне. Раньше ее включали в Красную книгу СССР, но это обычный вид для этих мест. Это самый крупный
Листоед фауны бывшего СССР. Раньше в этих зарослях водились тигры. Последнего туранского тигра здесь видели в 1957 году. Просто я заблудился. Ну, здесь смотри, как яркий. Где-то вот на этом водоеме мы ожидаем поймать змееголова. Ну попробуем. Используем вот эту резиновую лягуху. Они мне спину покусали, главное. Они, блядь, ни руки, ни лицо, ни все, только спину. Ага. Что-то наша раненая жаба не работает. А что мы там какое-то ущелье едем? Зачем? Что-то надо себе привезти. Посуду? Ну, почему нет? Ковшик, вот этот, пиалы и друзей угощать. Уж не знаю чем. Меня смущает брод. Болото? Брод. Брод. Бутерброд. И степень его проходимости этого брода. Как вы думаете, что вот это вот такое? Вот это, на первый взгляд, обычное пятнище на камне, не что иное, как окись урана. Бум! А ядерного взрыва нет. Для того, чтобы его обогатить, нужно произвести еще очень много всяких манипуляций. Но, тем не менее, вот эта штука фонит где-то примерно в два раза выше обычного стандартного радиационного фона. То есть опасности никакой, но сам по себе факт. Урон!
поле. Дайте отвлеки. Опа. Америка, Европа. Ну, мне кажется, Америке уже конец с такими масштабами. Так. Мне начинают уже эти куски. Вов, води сюда! Куски урана начинают лететь уже в меня. Идешь такой, идешь по тропинке, идешь такой, идешь, а там прям опачки. И думаешь, ну его нафиг такие тропинки. Это мощное течение катит вот такие
но тут ему навстречу из-за Нила. Горилла идет! Горилла! Под мышкой несет! Что? Крокодила! Горилла идет! Горилла! Это река Большой Усек. И мы собираемся переправляться через нее с помощью троса и ролика. Поехали! Ну, с Богом! Этот крест поставил православный отшельник Владимир, который живет в этом глухом месте уже 26 лет один. И каждое воскресенье он поднимается сюда на молитву. Казадой, ты где?
здесь, на хребте Таксанбай, мы обнаружили плато, на котором огромное количество дикой клубники. Ни на одной клубничной грядке не найдешь столько клубники, сколько здесь. Учитывая то, что она еще и экологически чистая. Это вот только в поле зрения. Какие здоровые, красивые, яркие ягодки. И все это под ногами в огромном, совершенно невероятном количестве. Невозможно оторваться от процесса. Можно есть прям так. Классная тема. А вот так медведь разрывает муравейники. В поисках муравьиных яиц. Как же это приятно после тяжелого трудового дня прийти домой к своей палатке. Вот она, кстати. Что, не видите? Ну, пойдемте. Шторка. Погода сегодня не очень хорошая, поэтому мы решили заняться копанием корней. Вот все, что вы видите здесь. Вот это вот развороченная вся яма. Это корешок вот этого вот растения, очень напоминающего колокольчик. На самом деле к колокольчику он не имеет никакого отношения. Если потереть, жутко воняет, называется он канадопс. У него очень глубоко посаженный корень. Чтобы до него дотянуться, нужно вот эти вот все элементы шансового инструмента использовать. Значит, давайте посмотрим, что же там внизу у нас. Зайди с этой стороны. Да. Я разрыл вот такую вот ямищу. Вот он корень.
Вот он, корень. Сейчас последний штрих. Мне надо вытащить вот этот камень отсюда. Да, тут сложность еще основная, что тут корни вот этой вот елки, и все в камнях. Поэтому корень, он лавирует между этими камнями, их надо вытаскивать. Ну и... О! Вот такая вот штука. По свойствам совершенно практически ничем не отличается от женьшеня. Здесь на джунгарском Алатау растет на каждом шагу. Проблема в том, что вот поди попробуй раскопай его. Вот наш результат. Настаивается он на водке. 70-градусный спирт убивает все то, что в нем содержится интересное. Вот. Раскрашиваю шляпу. Дело в том, что не совсем угадал с цветом. Здесь очень много зеленого. И остался только последний маркер, который можно чуть-чуть себя вписать в эти цвета. Как-то так. А вот это эдельвейсы, знаменитые горные цветы, которые даже стали символом и названием немецкой горно-стрелковой дивизии. Они действительно растут только в горах, в разных горных системах. Разные виды эдельвейсов, но все они похожи друг на друга, такие войлочные прицветники у них и пушистые, как подушечки, цветы. Вот такие изящные белые цветы являются символом гор. Рыжики, между прочим. И в таком количестве, что можно не брать большие, а выбирать вот такие вот маленькие. Сегодня будет классная грибная поджарка. У нас сегодня на ужин тушеные рыжики. Отличная тема. Льет дождь, поэтому топим сосновой корой, гнилушками, всем, чем смогли найти. Что уже закипает, похоже. Отличная тема. А в качестве экрана используем недавно найденный нами старый разломанный чугунный казан. И с дороги никто нас не увидит. В общем, сплошные плюсы. Эти ботинки честно отслужили 10 лет горных экспедиций. И теперь уходят в небытие. Прощайте, ботинки. Вальгаллу для правильной обуви. Вот и утро. Солнышко греет. И
Ёршики, наверное, завозились уже в своих теплых постельках. Ёрш! Вон на тебя идет! Левей, левей! Наконец-то нам удалось поймать то, зачем мы сюда приехали. Последний погожий день перед отъездом. Вот она. Колес ершофи. Редчайшая бабочка. Самая крупная желтушка в мире. Знатоки могут сейчас глотать слюни и завидовать мне черной завистью. Потому что на самом деле бабочка очень сложная. Очень тяжело найти ее биотоп, на что нам понадобилось 2 недели. Вот сегодня плод наших стараний увенчался, ну, таким пусть и рваным, но промежуточным успехом. Утро, а день-то еще впереди. Поехали! Что, нормальная? Нет, тоже перхоть. Да нифига себе перхоть. Ух, хорошая какая. Кормовое растение желтушки ершофи. А вот, собственно, она сама. Я думаю, мало кто из знающих толк в этом деле энтомологов может похвастаться тем, что отпускал, значит, желтушку ершофи, поймав ее. А я вот стану исключением из правил. Лети, лети, лепесток. Мы уходим, кидаем вот эту вот монетку в надежде вернуться сюда вновь. We miss loud and proud. We will not.